А для чого були потрібні переговори, які відбулись вчора між очільником Пентагону і Шойгу, керівником російської Міноборони? На ваш погляд, ну, по-перше, з російської сторони, чому Шойгу? Тому що, ну, останнім часом його ніби так відправляють на задворки, а тут от раптом він вів переговори з очільником Пентагону. І для чого американській стороні були потрібні на ця розмова, враховуючи, що за весь час війни великої тільки двічі спілкувалися, останній раз було це в травні, і от зараз чому? Ну, тут вообще у меня нет никаких сомнений. Я, конечно, не присутствовал при разговоре. Но там ключевым является, что до этого Остин поговорил с Резниковым. А после этого поговорил с Шойгу. Вот это очень важно. Я просто думаю, что он ему объяснил Шойгу. Я сейчас объясню, почему именно Шойгу. Он сказал, что если это продолжится, вот уничтожение инфраструктуры, как это называется, да, уничтожение энергетических мощностей Украины, свет, тепло, все остальное. Ну что ж тогда, аминь, мы даем тогда ракеты Атакамс. Мы же вас предупреждали, были же договоренности. Ну, наверное, дадим этих беспилотничков на 1000 км. Поэтому у Шойга там пагода где-то на Рублевке. Встречай, беспилотничек. Я думаю, что, скорее всего, только это. Что, ну, раз если так, ну, тогда аминь, извините. Почему Шойгу? А я уверен, что ему Кремль сказал, ты давай, дурак, хотя бы хоть на чем-то сгодишься, лучше ты поговори. Потому что что с него взять? Если мы его снимем, вроде как, ну, договорился, это же с Шойгу разговаривались. Не с Путиным же, правильно? Поэтому его для таких целей вполне могут использовать. А почему нет? Вполне. Это как раз нормик. Вот. И я думаю, что ему и поручили поговорить. Ну, он же формально министр обороны с министром обороны. И я просто уверен, что разговор шел о том, чтобы прекратить эти удары дронами и всем остальным по критической инфраструктуре. Иначе мы передадим вооружение и не будем ограничивать, куда там украинцы будут пулять. Это уже их личное дело. Ну, а куда они будут, это мы уже вот сомнений никаких.